Буэнос Диас, дамы и господа. Разведка у нас. Разведка. Позади уже раз, два, три, четыре, пять полей. Проехали, выехали мы в 5 утра. Сейчас 9:22. Почти 9:30 утра. И мы еще даже не включали приборы. Прошли 5 полей. Ходим, проверяем, просто смотрим, ищем керамику. Поля засажены, но нам как бы мы не копаем, а пройтись по краю там поля, посмотреть, есть керамика или нет керамики. Ничего вреда там посевам не принесем, как бы. Вот еще у нас очередное поле в разведке, вот это, которое за моей спиной. Места, конечно, шикарные. Мы в Винницкой области, на границе с Хмельницкой областью. В общем, ходим здесь по разведкам. Ну, пацаны пошли проверять кротовины, есть ли там керамика. Не знаю, сейчас вставил в камеру внешний микрофон, не знаю, как там будет слышно, ветер будет задувать, не будет. Думаю, что должно быть нормально, в принципе, там ветрозащита стоит. Но где-то все равно чувствую, что немного будет задувать. Пошли, в общем, пацаны вот туда вот проверять кротовины, есть керамика, нет керамики, и будем ехать дальше. В планах у нас еще, не знаю, я думаю, как минимум мы сейчас запланировали полей 7-8, которые надо пройтись. Так что вот такой у нас денек, пока не копаем, пока ищем места. Места шикарные. Финес вон со мной сегодня. Финес, иди сюда, мой хороший, иди, поздоровайся с подписчиками. Финес, иди сюда. Такой бродяга вообще со мной прошел 3 поля от начала до конца. Молодец. Надо его на керамику натаскать. Траву он кушает. Что тебе, травки хочется, маленький? Кушай, кушай. Кушай, мой хороший. В общем, друзья, сейчас проходим здесь еще, едем дальше. Не знаю, получится у нас сегодня покопать, не получится, но разведка дело такое. Нужно много ходить и много смотреть. Ладно, мы погнали дальше, вы смотрите. Ко мне, хороший мой, иди кушай, на. У собаки завтрак, друзья. Давай, маленький, кушай, кушай. Кушай, мой хороший. На. С руки кушает, с миски не хочет. Ешь, ешь давай. Иди сюда. Кто там? Чужие? Ко мне. Иди покушай, маленький. Финес, ко мне. Финик. Что-то плохо он завтракает. Каждый день плохо. Финес, иди ко мне. Иди, мой хороший. Друзья, вот такой вот нашли мы выпасочек на 3 холмах. Вот один холм. Мы посредине на 2-м. Рядышком село. И вот еще 3-й холм. Там поле засаженное с той стороны. И пацаны уже пошли в разведку. А я еще собираюсь. Что там, Колян? Коляныч, что там? Колян гильзу нашел. Сейчас я тоже сложу прибор, да буду идти искать. Финес гоняет. Там коровы внизу пасутся. Он их бегает, гавкает на них. Иди сюда, братанчик. Зачем тебе те коровы? Иди сюда. Иди ко мне. Иди, мой хороший, иди, я тебе ухо отверну. Ухо заворачивает. Стой. Все, как дела? Финик будет ходить с нами копать. Звук интересный услышал, да? Ладно, друзья, идем в разведку. Там, кстати, вот там вот дальше, где Колян, там водоем спущенный, сухой. Попробуем там тоже походить. В общем, место интересное. Попробуем пробежаться здесь в разведке. Вот так вот. Идем искать. Друзья, докладываю обстановку. Сейчас побежал Финес, там люди прокопали для коров воды попить.
И он к ней побежал, попил воды. В общем, я, когда его забирал, пообщался с местным населением. Значит, ситуация какая, ничего здесь не было на этих горбах. Была война, велись какие-то боевые действия. Я даже, даже не копал. Ребята вон пробежались, пули, гильзы, осколки от снарядов, поиски снарядов. В общем, кроме войны ничего здесь нету. Так что будем мы переезжать и поедем куда-то дальше в разведке. Есть еще несколько полей, которые хотелось бы проверить на наличие керамики. Так что думаю, не знаю, как у нас сегодня сложится, конечно, с копом. Очень не знаю, но хочется хотя бы что-то найти, чтобы осенью приехать и там покопать. В общем, Тёмыч пошел забирать Коляна. Колян где-то там шатает озеро спущенное. И сейчас посмотрим по карте, куда нам лучше переехать, да будем переезжать. Вот такие вот у нас обстоятельства, в общем. Ездим, разведка. Ну, по-другому никак. В нынешнее время уже по точкам смысла ездить никакого нету. Занимаемся разведкой. Едем дальше. Посмотрите на этого разбойника. Гавкает на корову. Вот разбойничье. Смотрите. Ты коров никогда не видел? Мелкий, иди сюда. Вот он бандит. Ты бандит, она сейчас тебе как даст рогами или копытами, будешь тебе погавкать. Язык вывалил, валит, блин. Финес, зачем тебе эти коровы? Вот он, мальчик. Ага, боишься? Знаешь, что даст тебе сейчас? Иди сюда. Иди сюда. Не трогай коров. Бандит. Финес, иди ко мне. Иди. О, братан, ты упал. Не трогай коров, говорю тебе. Довольный, погавкал на коров, голову поднял и бежит. Бандит. Ходим, друзья, по такому вот выпасу. Есть копанные ямки, попробуем что-то поискать. У меня пока поясок от гранаты, от снаряда, вернее. В общем, идем дальше. Иду, друзья, к Колянычу. Коляныч выкопал войну. Ты не выкопал его? Он просто сверху лежал. Слушай, ну ты тоже взял в руки его, блин. О, такая вот штука, друзья. Снарядище. Офигеть. Слушай, он еще, по-моему, опасный. Ну его нафиг, блин. По-моему, он еще и опасный. Он же не разорвавшийся. Короче, вот такая вот находка. Лучше такое не находить. А где он тут сверху лежал? Ну, в траве лежал сверху. Его в идеале куда-то закопать. Прикопать? Что-то выкопать. Наоборот, чтобы видели, потому что закупят. Кто-то выкопает. Ну, не знаю. Что там у тебя, Тёмыч? Тишина. Что-то какой-то сегодня грустный день, друзья. Какой-то сегодня грустный день, я вам скажу. Что-то мы нигде зацепиться не можем. Столько полей уже проездили. И пока впустую. Ну попробуем здесь зацепиться, вдруг получится. Вот такие дела. Идем дальше копать. Друзья, я уже пришел с Финасом к машине. А у Тёмыча три империи, вот там вот они с Коляном ходят. Сейчас придет, мы посмотрим, что у них там за находочки. Интересно. Может, мы не там копали? Мы так прошлись по выпасу до конца, туда, там где коровы. До самого конца дошли, выше-ниже походили. Ничего не было. Вот на обратном пути Тёмыч зацепил три монеты. Сейчас придет, глянем, что у него там. Финес вывалился в коровьем говне, и мне пришлось его вести к машине и мыть,
потому что сейчас будем ехать, будет вся машина вонять. В общем, жду Тёмыча и смотрим находки. Ну ничего, будет поясок, значит будет поясок. Что там у тебя, Коляныч? Идем смотреть Тёмыча. Онлайн коп. Вот это надо ж такое. Крутяк. Тоже копейка, наверное. Не видно ничего. По-моему, Польша, Тёмыч. Да? Мне кажется, что да. Есть водичка какая-то ляпнуть? Да, надо поляпать. На тебе надо поляпать. Вот это ты красавчик. Школа. Добрый день. Держи. Ну, да, что-то понаходил. Молодец. Да, да и такое. Добрый день. Да копейки попадаются. Расшукаем, да. Зеленый тут все хорошо. Очень даже может быть онлайн-коп. Очень даже может быть онлайн-коп. Ну давай. А то хочется уже что-то снять, снять какое-то видео. Колян, что-то я чувствую, что ты мне когда-то сломаешь все-таки лопату. Я уже вижу даже отпечаток от нее. Да? Ну давай, давай. Вроде как да. Блять, нос не отрубать, бля, собаки твои. А, поясок. Угу. Да что ты, куда ты кидаешь? Забирай с собой. Сдадим. Колян еще ругается на меня, что я бумажку выбросил, которая... Это нельзя, ну потом будешь копать еще 10 раз его. Зачем? Получить удовольствие от сигнала. Вот ты сейчас получил удовольствие от этого сигнала? Да ладно. Финес, ко мне! Ко мне иди! Увязался уже. Ходили, ходили, ходили возле машины, начали копать монеты. Что симплекс, Тёмыч? Симплекс работает. Симплекс работает. Друзья, кстати, эти монеты, которые нашел Тёмыч, можно определить и оценить на сайте Виолити. Не знаю, сигнальщик не очень. Сигнальщик не очень, но мы заснимем, Тёмыч. Ну. Все. Все, испортился, да? Хотя бы интересно, что там. Осколок. Железяка. Два осколка. Один от снаряда и второй от снаряда. Цветной и черный. Вадика набираю, что-то нет с ним связи. Или он залез за речку пошел. А вон идет. Не вижу. А, вижу, да, идет. Ну покрутись еще здесь, где ты там выкопал. Тёмыч сегодня с симплексом накопал лучше всех. Фольга. Фольга сверху? Привет. Ну как бы. Как бы может быть и не фольга? Думаю, будет фольга. Угу. 100%. Или дробь. Ну, дробь мне тут не попадалась. Я казацкую выкопал, две штуки. Угу.
Да, фольга. Фольга, да? Да. Прикинь. Финес вывалился в коровьих какашках. Прикинь, пришлось его мыть, блин. Ото говнюк малый, блин. Финес, стой, ну. Стой. Что тут по тебе? А, это не ползет, это ты. Ты высыхай давай, братанчик. А то ты мокрый не поедешь. Поедешь в багажнике. Глубокий, да? Да. Чувствуется такой еле, ну, еле звучит. Слабенько. Тёма 4 империи нашел. Кто говорит, что Симплекс плохой аппарат? Хороший. Да, так и получилось. Выкопал. Железяка. Видишь, шкованные, ну, да, так, бьют. Оно так подзывает, светняга. Финес, пошли, братанчик, будем ехать. Идем. Будем куда-то переезжать, ребята. Я вообще понятия не имею, куда мы сейчас переедем, если честно. Просто не имею понятия. Не знаю. Закончились у меня паханые поля и выпасы. Сейчас будем смотреть карты, принимать какое-то решение, куда нам ехать. Собакин смотрит, или в селе все в порядке. Финес, что там, все нормально? Братанчик. Порядок там, да? Остановились возле такого колоритного, короче, магазинчика. Смотрите. СССР еще тот. Только наклейки на дверях черниговской. Так. Что там, Финес? Мороженка будешь, братанчик? Колоритный магазинчик. Колена, короче, отправили. Он единственный, у которого есть маска. Он пошел в магазин. Колян набрал, короче. Никогда не хавал последний раз. Красавчик. Пепси не было маленьких. Красавчик. И понес, короче, куда. Колян. Только не говорите, что вы не так заказывали. Мы, конечно, не мы так, так заказывали, Колян. Не было так, как вы заказывали. Так. Это мне.
это Фанта. И пепсикола одна на всех, мы за ценой не постоим. Не было маленьких. Я тоже буду. Стаканчики есть, да? Тебя тоже с Днем Победы. Сколько денег? А что ты купил, Колян? Вот что было, то и купил. Нет, не хочешь, давай я сожру. С тебя 70. Фанта сколько? Пролисок. За, я не знаю, 70 гривен поделим на всех. Я понял. Тебя, конечно, меньше. А, нет. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита, друзья. Друзья, лиса, смотрите, вон побежала. Нифига она не рыжая. Облезлая. Облезлая какая-то, да. Он стоит, смотрит. Чернобыльская лиса. Видишь, стоит, смотрит. Вон, побежала. Друзья, докладываю обстановку. Значит, мы в разведке, а пацаны остались. Куда ты поехал, так левее дорога уходит от села? Тёмыч, я вот так вот прямо, как машина стояла, прямо поехал и правее ушел. Хаты с левой стороны проезжал? Хаты с левой стороны не проезжал. Ну, может, проезжал, но не видел. Ты примерно по километражу туда прямо дал? Метров 500 проехал. Ну, в принципе, должны тебя видеть. Ну, хорошо, давай. Вы выйдете, тут выпас такой будет. Ну, я смотрю, по грунтам тут не то, как бы. Ну, место шикарное, вилка такая, с одной стороны ручей, с другой. Я сейчас так пройдусь, хотя бы грунт посмотрю, гляну, может, керамика какая-то есть в кротовинах. Ну, понял, давай. Давай. Ребят, докладываю обстановку. Значит, пацанов оставил там где-то метров 500, может, 700 от меня дальше. Кто там? Финес. И сам проехал вперед. Такое место шикарное. Вот там вот ручей один впадает, вот там вот ручей второй впадает. И тут такая получается как бы вилка, язык. Вышел посмотреть, смотрю, как бы место классное, но грунты немножечко не те. На кого там галкаешь? Мелкий. Галкает кого-то, нашел. В общем, сейчас пройдусь. Вот там вот такое место хорошее. Если туда смогу дойти, там такой горбик. Но мне почему-то кажется, что он с той стороны реки. Ну, в общем, сейчас тут похожу, посмотрю, что тут вообще, как и где и чего. Вот там вот горбик интересный. Вот там вот сзади. Вот этот интересный. Но по грунтам немножечко не то. Смотрите, тут как бы глина. Вот. Ой, муравейник расшевелил. Блин, сейчас соберу их. В общем, сейчас похожу и посмотрю, может, какие-то кусочки керамики найду, может, на ту сторону получится сходить. В общем, сейчас глянем, что-то поищем по горбочкам, пройдемся. Иду, вот такие у нас, друзья, поездочки. Ездим, а накопать ничего не можем, но и это как бы не главное. Главное найти что-то новенькое, а там уже вопрос накопать станет сам собой. Так, пошел искать, в общем, смотрите. Финес, пошли, братанчик. С Финеса, кстати, снял два клеща, стой. Вот еще, смотрите. Видите, кабаны такие, капец, стой, нету больше, стой, покажись, вроде нету. Идем сейчас на вот этот бугорочек, зайдем, посмотрим, какие там грунты, но грунты мне не нравятся вообще. Песок и глина. Не то, что нам надо, вообще не то. Пошли, малыш, пошли. Разведка у нас. Разведочка. Много приходится пешком ходить все-таки. В такое время. Да в такое. В таких вот разведках. Что здесь у нас на бугорке?
Какая земля. О, здесь уже немножечко получше. Здесь немножечко получше. И вот здесь вот был ручей еще один. Керамики не видно. Но грунт чуть-чуть получше. Язычок такой получается. Вот тут ручей какой-то был. Вот там вот камыши. Сейчас туда сходим, на тот горбик. Пошли, Финес, пошли. Финес красавчик, конечно. Молодец. Машину не закрыл. Закрыл. Идем, идем, маленькие. Пошли, поищем чернихов. Где черники, Финес? Где черники? Ищи. Ищи чека. Нора, смотрите, какая-то. Норища. Тёмыч себя клеща снял. Блин, у нас нету никаких брызгалок, чтобы побрызнуться. Нету брызгалок. Так, надо как-то на тот бугор вот попасть, который впереди. Сейчас посмотрим. Может, там где-то можно перейти. Надо, кстати, на себя постреть. Нет ли на мне клещей? Эту Финеса я, конечно, обсмотрел. Себя нет. Да-да-да-да-да-да. Вот здесь грунты получше, но здесь низинка уже пошла. И это неудивительно. Тоже муравейник, не хочу его трогать. И так два расшевелил. Идем дальше, друзья, смотрите. Вот мы, ребята, и уперлись в воду. Видите? Вода. И тут она такая широкая. И, наверное, еще и глубокая. Так, и что же делать? Надо где-то найти переход и попробовать как-то попасть на ту сторону. А где же его найти? Где же его найти? Там нету ничего. А может быть, вот там вот. Финес, пошли! Пошли, братанчик, идем. Сейчас поищем что-то. Тут вот чернозем уже. Но это низина. В низине всегда есть чернозем. Нету перехода здесь нигде, друзья, нету. Какая-то, может быть, когда-то тут и была переправа. Но уже нету. Перейти, хорошее место, интересное с той стороны, никак туда не попасть. Никак туда, друзья, не попасть. Везде камыш и вода. Не попадем мы туда, на ту сторону. Очень жаль. Ладно, идем обратно. Идем обратно, будем искать другие места, хотя то место очень хотелось бы проверить, очень правильная сторона. Вот так вот, как я на него смотрю, так светит на него солнце целый день. Так что место интересное, а здесь грунты не те. Вот, друзья, смотрите, ползет. Ой. Вот, друзья, смотрите, ползет гаденыш. Ползет. Цепанул. Цепанул где-то я клещавого. Больше не видать. Сейчас Финеса сниму опять. А, вот еще один, смотрите. Тынч. Низина. Сейчас Финеса сниму еще, наверное, штук 50. Так, надо отсюда выходить. Пошли, пошли, маленький. Тёмыч, прием. Я тут прошелся по грунтам, вообще не то. Песок, глина. Но место хорошее. Ты там остаешься?
Не, наверное, сейчас как-то буду или к вам. Там с той стороны выпас классный. Но я не знаю, как туда попасть. А, вы по дороге пошли дальше? Тёмыч, я с тебя два клеща снял. Связь плохая. Идём к тому дереву, он сказал, что там деколя. Пиздатая. И рация садится, вообще капец. Пауэрбанк есть в машине, сейчас поставлю на зарядку. Даже не знаю, что делать, если честно, друзья. Даже не знаю, что делать. С той стороны выпас шикарный. Но как туда попасть? Вот это вопрос. Этот ручей, он тянется туда. Туда никак не заехать. Даже если я там через мостик перееду впереди, куда ехал на машине, я все равно туда не попаду, потому что ручей тут пересекает. Не знаю, что-то будем думать сейчас, куда поехать. Возвращаюсь обратно. Нашел я, друзья, где перебраться на ту сторону. Вот такой вот есть переездик, и сейчас попробую заехать на нужный мне бугорочек. Пацаны там все ходят в разведке, а я поехал тоже разведывать новые места. Финес устал, бедолашка отдыхает, еще клеща с него снял. Ну, вот такие вот мистяки здесь. Проеду немножко дальше и выйду, пострю по кротовинам, керамику поищу. Вот такое, вот так вот ездим, друзья. Проехался, друзья, я. Звонит кто-то. Вадим, еду к вам. Давай, давай, сейчас я буду. Я тут на другую сторону ручья заскочил, проехался по буграм, посмотрел грунты и посмотрел, прошелся по кротовинам керамику. Нема ничего вообще, голяки полные. Все, еду к вам, давай. Слышали, друзья? Вот так вот проехался я, в общем, походил, посмотрел, ничего нету, голяки. Едем какое-то другое место искать. Вот такие у нас поездочки. Приехали мы, друзья, на такой вот выпас. Не знаю, что здесь есть, что здесь будет. Понятия не имею. Просто тупо остановились в понравившемся месте. В общем, не знаю, сейчас пойдем походим, пообедали. Да, Коля? Вкусный чай. Ну и что? Как? Хороший? Самый лучший чай. Обалденный? Да. Обалденный чай. Спасибо, что ты. Тёмыч уже копает, а мы все еще доедаем остатки былой роскоши. Коленька, будешь банан? Нет, я свой банан оставлю на потом, когда закончится.
закончится провизия. Когда закончится провизия, и будем хавать твои бананы. Я буду, блядь. В общем, пойдем ходить, не знаю. Я думаю, что это последнее место на сегодня, где мы останавливаемся. Следующее будет дом. Накатали уже 160 километров. Что там, тёпочка? Прошлись в разведке. Одно место нашли более-менее, что-то интересное. Но там кукуруза, и туда придется возвращаться только осенью. В общем, походим с этой стороны, походим с той стороны. В общем, будем смотреть, что там. Я думаю, что может какие-то советы, что-то может еще такое попадется. В общем, смотрите, мы пошли искать. Друзья, Финес перешел через ручей. Смотрите, какие у него лапы. Как будто сапоги надел. Финес, вот чем тебя отмыть? О, то мальчик. Ты разбойник. Прячешься, да, под машину? Не буду я тебя ругать, не буду. Не буду. Ходи со мной. Ходи со мной, моя морда. Сейчас высохнешь. Только не прыгай на меня, прошу тебя. Идем искать. Вадика, сигнал какой-то глубокий. Да? Или железяка. Или железяка. Железяка, я уже слышу, как ты ее лопатой там чухаешь. Интересно, что за железяка, да? Банка консервная. Какое-то что-то большое, да? А, короче. Меч. Все. Киевской, да. Руси. Полденец, блин. Идем дальше. Друзья, Финес обнаружил ежика. Живой он? Шипит, капец. Шипит ежик. Что ты на него гавкаешь, на ежика? Ежик хороший. Не трогай ежика. Ну, не... Злой. Злой пес. Не гавкай на ежика. Хороший ежик. Иди сюда. Иди ко мне. Охранник, охранник. Не трогай, все, пошли. Пошли, не трогай ежика. Ежик хороший. Финес, нос поколешься, дурик. Все, погавкал, успокоился. Не трогай ежика, все, не трогай. Не трогай, ежик хороший. Хороший ежик. Нос поколешь себе, не трогай. Пошли, пошли, пошли дальше. Ходим, друзья, по такому вот выпасу. Я смотрю. Да оставьте его в покое. Финес, фу. Фу, не трогай ежика. Я смотрю, что тянет такую тучу. Оттуда вам просто капец. Смотрите, какое поле красивое. Рапс цветет. Красотень. Красотень. Я думал, что мимо нас пройдет, потому что ветер в ту сторону. Должно пройти мимо нас. Идем дальше, друзья, в разведке. Сегодня ничего не накопали. Фу, не трогай его. Ничего не накопали, но зато походили, поездили славно. Финес. Финес, не трогай ежика. Ежик хороший. Ты меня еще укусить хочешь? Ах ты ж, блин. Кусяка, собака. Фу, не трогай. Не трогай ежика. Не трогай. Фу. Будешь меня кусать? На, на, на. Поколешь лапы себе сейчас, дурачок. Фу. Все, пошли. Пошли дальше, пошли.
Все, не трогай ежика, пошли. Друзья, бегу к машине, потому что с запада тянет такую тучу. Ну просто капец, посмотрите. Туча просто здоровенная. И ветер поднялся. И что-то я чувствую, нас сейчас как накроет. Надо успеть добежать до машины, быстренько спаковаться и ехать домой. Есть тут копанные ямы. Не мы одни тут, похоже, ходили в разведке. Попадается всякий металл, проволока, короче, хуторщина всякая, монет нету. Ничего интересного. В общем, хочется подвести итоги сегодняшнего дня. Вот такой у нас получился разведочный коп. Походили по полям, очень много прошли полей. Нашли одно интересное место, но оно под кукурузой. Не знаю, осенью надо будет обязательно туда доехать как-то и походить, проверить уже с прибором, что там есть, чего там нету. В общем, намотали мы на сейчас где-то километров 170, еще домой добираться километров 100, наверное. Ну, вот такие вот выезды бывают тоже. И без них, я вам скажу честно, никуда. Потому что нельзя просто так взять, выйти в поле и накопать. Надо найти место, провести какую-то работу с картами, опять же. В общем, вот так вот мы ищем. Все меня спрашивают, как вы ищете поселение. Вот так вот и ищем, шатаемся по ручьям, по рекам. Ищем интересные места и проходим их. Когда с прибором, когда просто без прибора, смотрим керамику на полях. Если поле, допустим, засеяно, с прибором не выходишь, копать не будешь, а керамику можно пройтись аккуратненько посмотреть. Так что вот так вот, пацаны уже вон сестрю идут к машине. Сейчас быстренько собираемся и помчимся домой. Не знаю, выйдет это видео, не выйдет. Возможно, не выйдет, потому как показывать особо нечего. Но если выйдет, друзья, всем, кому понравилось, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.